Привет, привет, мои хорошие, привет, дорогие друзья! Соскучились за мной? А я за вами соскучился! Вот помните вот этого супер-пупер Робин Гуда, тыц-тыц-тыц, который крадет золото у богатых и отдает им бедное, и его бедного? Так, мы сделали во всех комнатах ремонт. Вот такой вот конфетно-шоколадный, крутой-крутой ремонт. Теперь предлагаю, друзья, так, где у нас аптечка? Укольчик дать моему Тому. Чё, не хочешь укол? А, я думал, ты хочешь укол. Ну ладно, не хочешь как хочешь. Так, друзья, я предлагаю... Ой, ремонт нет, не хочу делать. Я хотел сказать, что предлагаю зайти в гардероб и сделать новый образ моему котику Тому. Мы сейчас все снимаем, абсолютно все. Вот так, тут нету ничего. Вот он, мой малыш. И сейчас мы, друзья мои, сделаем новый какой-нибудь образ. Очень крутой. Начнем мы с шерсти. Так, черно-белая шерсть у нас была. О, бурой шерсти еще не было, друзья. Давайте сделаем какого-нибудь монстра, грязного монстра. Так, а что можно подобрать под этот бурый костюмчик? Так, нет, нет. Это все банально. Гавайский наряд не катит. Не-а, наряд разбойника. Нет, фея, нет. Броня, нет. Робо-волшебника, нет. О, полицейская форма сюда, смотрите, подходит, да? Такой красавчик в полицейской форме. Костюм супергероя. Ты хочешь, Том? Ты хочешь быть супергероем? О, деловой костюм. О, да, друзья, мы сделаем из него настоящего бизнесмена. Так, давайте цвет глаз у бизнесмена должен быть какой. Сейчас мы подберем какой-нибудь такой крутой. Вот, бирюзовые глазки. О, бизнесмен с Уолл-стрит. Ты зарабатываешь миллионы денежек, да? И ездишь на крутой тачке, на красной Феррари. Вау, это круто. А деловые очки ты хочешь носить, Том? А ну подберем, где же тут деловые очки? Так, 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 очки феи. Нет, не годится сюда. Полицейского нет. А вот элегантные очки, друзья. Смотрите, какая у меня у Тома деловой стиль такой. И дипломат бы ему в руки. Сейчас мы шапочку какую-нибудь глянем. Это все не подходит. Корона, да, ну конечно, нет, конечно же. Прическа феи, шлем. Ух, классный бизнесмен и рыцаря шлем. Нет, сюда не подходит, друзья мои. Полицейская тоже не подходит. Маска супергероя не подходит. О, элегантная прическа. Смотрите, какая вообще деловая колбаса у меня получилась. О, шлем супергероя. Каска пожарного. О боже мой, шоколадные ушки. Шляпа из печенья? Блин, я сюда ни разу не заходил, или это обновилось, я не могу понять. Очень круто, но подойдет ему вот эта деловая прическа. Где она? Вот, вот это, друзья. Опа, мистер бизнесмен, встречайте. Идем фоткаться. Опа. Yes, ты крутой. Но, сейчас мы твою крутость проверим в лайкере. Оцени мой наряд. Так, ух ты, пират с гавайской рубашкой будет против бизнесмена Тома. вы чё? Не, ребят, смотрите, мы проигрываем. О, нет. Нет, нифига себе, сколько ему лайков, ребята, вы чё? Вы вообще смотрите на меня. О, нет, друзья, мы продули. Стопудово мы продули. Нет, мы выиграли. Вау. Ну, ты меня порадовал, бизнесмен Том. Порадовал. Так, друзья, в следующий раз мы сделаем из моего Тома супергероя. Тем более, вы видели, там есть и маска супергероя, и шлем супергероя. Это просто unreal. Все, кто не подписался на мой канал, быстренько подписывайтесь. Ставьте колокольчик, который рядышком, чтобы не пропустить мои новые видео. А я их для вас делаю 3 видео в день. У, красава. Пока-пока.